Итак, всем привет, с вами Дубга, продолжаем мы играть за США с монархией, с интересными, так сказать, законами. И в прошлой серии мы тут немножко в Южную Америку начали проникать, но самое главное у нас была очень расточительная война с Британией. И мы, как в принципе монархи любят, поставили всю казну на войну, выиграли при этом. И теперь Британия, в принципе, из Америки почти ушла, по крайней мере, центральной. В Северной, конечно, у нее еще просто, ну, огромная территория. Думаю, когда-нибудь мы с этим разберемся, но пока что нам нужно обязательно выйти из дефицита. У нас долги. Нужно, возможно, еще на юг расшириться. В принципе, там есть как бы золото. И, ну, оно, очевидно, приятное. Вполне себе можно поделать здесь какие-нибудь марионетки. В теории сюда даже Британия не может заходить, господи. Мне кажется, прям нужно это делать. Потому что никто не зайдет из страшных стран. А потом поаннексировать. Я так понимаю, здесь разные регионы, да? Да, так и есть. Вот в этом регионе Британии нет, значит, на Эквадоре тоже, да, нету. Здесь у нас самих интересов нету, кстати говоря. Вот Бразилия, Бразилия уже в интересах. То есть, посмотрим сейчас, что еще здесь. Но вот эти две страны, пока нет интереса Британии, я думаю, 100% надо сразу же марионетить. Поспешим, так сказать. Что ж, также мы еще параллельно тут экономику развиваем. По ВВП мы на 5-м месте. Я не сильно прям спешу экономически развиваться. У нас здесь немножко другие цели в партии. Но хотя в целом у нас здесь хороший закон, так что я думаю, рано или поздно мы все равно обгоним всех ишек. Вот. Население у нас тоже хорошо прирастает. У нас, я вам напомню, евангелисты, кстати говоря, сейчас недостаточно довольны, но обычно они были довольны. И здесь было плюс 5 к уровню рождаемости. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы... А, там бандит. Мы если поставим их вот сюда, они, в принципе, захотят. У нас же никаких законов сейчас не принимается, нет. Давайте так вот сделаем. И резко у нас плюс уровень рождаемости. Надо повысить еще до 20%, чтобы этот уровень рождаемости еще больше стал. Еще они авторитет дают тоже, ну, полуприятный бонус. Что ж, давайте продолжим. Украдем то, что пока кем не, как бы, не смотрится, да? А дальше будем уже думать. И слушайте, тут еще Бразилия зашла в войну. А в целом... Ну, мы обязательно сюда войска отправляем, да? Как бы на защиту. Но, объективно говоря, основа наших... Так, господи, можно, пожалуйста, карта будет выглядеть нормально? Спасибо. Основа, конечно, нашей войны здесь будут это выстки именно. Потому что именно выстками ишки нормально капаются. Но нам нужно какие-то войска отправить на прикрытие, чтобы, ну, нас здесь самих не запушили, очевидно. И я, кстати говоря, знаете, что забыл? Как и следует абсолютным монархам, я забыл, что у нас армия немножко была не перевооружена. Ну, я ее, помните, немножко обратно сюда ставил. В общем-то, из-за этого у нас вот такое состояние сейчас будет. Да. Ну, ничего, мы подождем и потом сможем камбэкнуть. И, кроме того, нам нужно опиум все-таки дозакупить. Но для этого я, видите, здесь немножко интересов расставил. Я думаю, теперь будет хватать на всех. Но нужно успеть мобилизоваться. Моим людям плюс успеть, собственно говоря, перевооружиться нормально. Ну а мы давайте-ка занимаемся классикой. Вот здесь где-нибудь высадимся. Кстати говоря, у нас флот 20, а там 22. Давайте тогда высадимся сначала где-то вот здесь, пожалуй. А потом... Так, а ты занят в экспедиции. Господи, надо экспедицию закончить. Что ж, давайте-ка в Дикси достроим еще корабли, потом будем высаживаться в Бразилии. И у нас закончил он исследовать. Экспедиция на запад готова. Теории... Господи, не то. Вот сюда. Теории закончились экспедиции. Да, верно. И теперь у нас тут есть... Ну-ка. Спор о границе. Ну, окей, да, нанесен на карту, вот. Все, надо улучшать отношения только с Британией. Господи, это займет вечность. Итак, в Эквадор мы сейчас вроде как высадимся. Здесь мы также переходим в наступление. Да, отлично. Главное, чтобы здесь, пожалуйста, не порвите здесь фронт, не объедините его. А, нет, они его не объединяют, потому что здесь не мои территории. Все. Эквадор мы капнули. Фронт не объединится с этим. Отлично. И еще они не перекидывают войска. И осталось здесь вот тоже так высадиться. Ну-ка, waiting for general. Ну, теперь... Да, надо дождаться генерала, собственно говоря. Эквадор капнут. А, ну он еще и сюда, давайте, да, что-то перейдет. О, и опять-таки фронт, видите, кажется один, на самом деле не один, по одной простой причине. Потому что здесь мои территории, а здесь территории моей марионетки. Вот там он и не
объединяется. Абсолютно идиотская система, да. Но почему бы ей не пользоваться вот так вот? Ну и теперь мы тут будем переходить в наступление. Уже здесь зеленые, они, видимо, перевооружались нормально. Но основа, конечно, нашего наступления должна быть здесь, с моря. Давайте тоже какого-нибудь более-менее нормального генерала выберем. Ну вот, 23. И морское вторжение началось. Эквадор сдался. Сейчас мы еще и Бразилию здесь тоже подхватим. Отлично. А генерал взял просто и пошел нахуй отсюда. Эх, прекрасные, прекрасные варп-технологии. Как же я их обожаю. Как же я их обожаю. Генерал просто взял и телепортировался отсюда. Ну или умер, тут как бы одно из двух. Генерал умер, ну и черт с ним, я поехал домой. Говорит каждый буквально солдат армии в этой игре. И возвращается в штаб, а потом 2 месяца едет обратно. Это я понимаю, да. Ну хотя бы здесь что-то доехало. Сейчас будем наступать еще и с этой стороны, и с этой стороны. Думаю, нормально сейчас пойдет все. Да, мы, видите, чуть-чуть похуже все еще. Там еще и перк плохой генерала. Но они уже перевооружились. Да, просто перк ужасный. Минус 20% дает атаки. Да, это вообще бы поменять, честно говоря. Ну ладно. Так вот, и... Они не успевают останавливаться просто. Я думаю, бразильцы, да, мы запушим очень скоро. У нас пошел минус варскор. За что? За что? Надо спешить. Бля, охуенно. Смотрите, минус 2 здесь и минус 2 здесь. Они контролируют здесь варскор, поэтому им капает. Мы контролируем наш этот, ну типа, точнее варгол. И мы контролируем наш вот здесь вот. Хотя по факту, ну мы еще их не оккупировали. Им тоже капает. Просто, мне кажется, по-правильному ни здесь не должен капать в такой минус. Это вот желание войны, да? Ну как бы варскор, да. Это уже варскор. Но и тот капает. Господи, как это все смешно работает. О, а у нас закончилась еще одна запись. Пограничные войны. Такое наше предназначение. Отлично. И... Допустим. Так, а у нас самое главное. У нас люди плодятся? Плодятся. Отлично. Конечно, хотелось бы еще бустануть. Кстати, уровень жизни уже 15.4. Солидный. А мы в некотором минусе, я вам скажу. Но вот так вот мы делаем и обратно в плюсе. Еще высаживаемся вот здесь вот на севере. А вообще... А, все. А, все. Слушайте, приятно, приятно получилось. А дальше вот это бы, но 37,2, у нас пока 81. Надо чуть подождать, зачилиться. А так, ну, уже потихоньку-потихоньку выходим в контроль полностью Америки. Бразилия, кстати говоря, нам дает 24 тысячи, это солидно. Чуть позже аннексируем, я думаю, получим еще больше буст, конечно. И переходим мы на паровые уже все корабли, на все. Здесь мы берем, конечно же, атаку. Это все переводим на это, и наши верфи тоже перевели уже на это. Теперь смотрим, что у нас по... У нас клиперов не хватает. Кто их хавает? Подожди, а порты наши... Ага, порты еще наши хотят. Вот эти вот клиперы. Что ж, тогда клиперы мы просто поимпортируем пока. В принципе, хватает в мире, где их покупать, да? Ну, прусские, допустим, тоже. И, видимо, нам нужно побольше промышленность войну сделать. Хотя у меня есть ощущение, что она у нас есть. Да? Да, она есть, она просто пока не очень выгодная. Ну, инструменты там дорогие немного, дерево немного дорогое, сталь дорогая. Хотя спрос большой, должны быть выгодными. Надо немножко, видимо, с производными поработать. И мы начинаем, смотрите-ка, строить нефть. Ну, параллельно еще кучу золота, потому что у нас... Золота очень много, мы все-таки столько Америки позахватывали, здесь много где есть золота. 1000 золота у нас добывается, и еще вот здесь вот тоже кучу мы еще захватим. И нефть, первая нефть только пока что, она у нас на консервы пойдет. Потом мы еще построим побольше консерв, ну и будет необходимо больше нефти. Ну а там дальше, знаете, Америка, нефть, эти ребята между собой дружат. И знаете, что у нас тут областей много подъехало, да? Я думаю, что мы их включим все, включая те, что там в Африке попадутся. Потому что, ну, образование надо распространять. Мы все-таки просвещенная монархия, да? Ну и, конечно, у нас здесь некоторые минуса образуются по бюрократии, но... Мы сейчас просто застроим, и в целом, я думаю, будет все окей. Плюс нам еще бюрократия понадобится для дополнительных институтов. У нас все-таки они не полностью выключены еще. Ну, чтобы за это время не обанкротиться, мы немножко тут поднимем налоги ребятам, и вот этим военным можно снизить.
по ходу постройки домиков мы будем выходить в плюс, потому что у нас 100 тысяч пока просто недособранных. Потом повысим, точнее понизим обратно налоги. Повысим обратно налоги, да, это я люблю, конечно, но мне придется понижать. Я тут пробовал сделать улучшенное удобрение и понял, что... Нет, наша экономика не может себе позволить улучшенное удобрение. Эти удобрения в таком количестве просто не нужны, господи. Как же они всегда руинят взрывчатку. И я знаю, что есть моды, которые их разделяют, но, как я уже несколько раз говорил, у них есть свои проблемы, у этих модов. Вот. А я еще вижу, что у нас сера сейчас подрастет, я еще достраиваю доп. Взрывчатку. Нужно будет еще потом подстроить серу. Итак, теперь, когда мы обратно вернулись в нормальный плюс, давайте налоги снова увидим в низкие. И у нас опять уровень жизни туда-сюда скачет. Мне это, конечно, не нравится, из-за этого у нас радикалисты появляются. И да, именно от снижения уровня жизни. Нужно над этим подумать как-нибудь, я думаю, еще. А у нас, кстати говоря, появился новый уровень построек. И знаете что? Мы на него и перейдем. У нас еще плюс 118, я вижу, в инвест-пуле вот здесь вот. Да, вот это больше мне подходит. И знаете, что это значит? Статуя свободы. Скоро будет готово. А я подозреваю, что она не там строится, а ну она, по-моему, где-то вот здесь все-таки, да? Не вот здесь, на границе с Канадой, ну ладно. И тут наша экономика опять немножко страдает, пока я достраиваю всю бюрократию нашу прелестную. Я даже немножко опять, видите, налоги поднял. Сейчас мы опять вернемся к инвестпулу и станет все у нас хорошо. Вот РЖД подключаются. Подключается солитейн. А, да, подключается РЖД. Сейчас. Вот. Вот так вот и надо. Вот так вот нам и надо. И статуя свободы готова. На карте у нас не отобразится, потому что у меня мод, который выключает все свистелки, переделки. Но теперь она есть, дает она нам самая главная привлекательность в миграции. Ну, там престижа немножко накинет, остальное все как бы пыль. Самое главное плюс привлекательность миграции. К нам потихоньку будут больше приезжать жителей. Ну, когда мы будем достраиваться до максимума работников. Типа, вот я бы сказал, вот здесь вот в теории должна она быть. У нас еще уровень жизни маловат, конечно, да. Надо подключать техи. Нужно побольше людей на работу позакидывать. И знаете, что пора бы уже сделать? А, налоги нормальные поставить, да? Так сказать, нашему сырью все должны платить нормальные деньги. Это повысит неплохо наши доходы. Профсоюзы хотят это? Блин, профсоюзы у меня не сильно пользуются популярностью в стране. Но так и быть, давайте их поддержим. Поможем им это провести. Кстати говоря, здесь неплохими дебафами нас одабривают всякие различные фракции. Так вот, я думаю, тоже пора сделать. Будем сейчас заниматься профсоюзами. Так или иначе, именно они захотят у нас нормальные налоги для богатых. А, как я и сказал, нам это надо. Потом посмотрим, может еще запрет на критику накинем. Но пока мы занимаемся тем, что под нашу новую стройку стекло и железо, точнее сталь делаем. Сталь уже сделали, вот осталось стекло еще добавить. Кстати, на стекло еще можно закон принять, раз уж мы пошли в авторитарную страну. А почему бы не сделать национальное превосходство? Да. Собственно говоря, у нас что вообще по процентам населения? Вот оно. Ну да, у нас большая часть это именно наши признанные народы, так что я думаю, это пойдет. Интеллигенты там побухтят, но кому они интересны. Хотя, может, сейчас будут интересны, скоро узнаем. И у нас опять без чести подходит к нулям. Достраиваем мы тут уже свинец для нашего стекла. Мы, в принципе, неплохо покрыли, только здесь видите минус еще, сейчас свинец восстановится, станет попроще. И давайте, наверное, напоследок мы еще, блять, а вот и не сделаем, а вот Британия и заметила, что она еще где-то что-то не контролирует, куда-то еще не засунула свой нос британский, и решила, что там тоже они будут вещи следить, за вещами следить. Ну, что ж, надо тогда думать, куда нам развиваться. Мы тут еще колонизировали немножко. Ну, очень немножко. Прям, я бы сказал, совсем. Хм-хм-хм. Боимся ли Британии здесь? В целом? В целом нет. Давайте пойдем. Чили там сразу бросает. И знаете, что нам еще? Нам бы реально армию сменить. Очень не хватает нормальной армии. Будем пробовать. О, южные плантаторы хотят. Там кто-то, видимо... Да, там джингаист пришел к власти.
отлично. Слушай, наши марионетки должны помогать нам воевать. Но я надеюсь, мы справимся. Даже если Британия зайдет. Британия эмбарго закинула, господи. А нам еще с ними отношения надо улучшить с британцами. Все никак это не получается. А они еще по ощущениям даже зайдут. Надеюсь, нет. Да, британцы зашли. Но не ладится у нас с Британией. Что ж, давайте Гуяну у них попросим. Да, британская Гуяна есть. И что я еще могу попросить? Это что? Это марионетка. Можем попросить, не знаю. Гудзонов залив? Марионетку? Хотя, скорее всего, нет. Давайте закинем репарации, не в этот раз не забудем. И в целом, меня бы, наверное, это все устроило. Там еще и Испания зашла, я замечу. А в Испании нам есть что попросить? А, слушайте, слушайте. А есть-то. Хм. Получается, совпадения не случайны. Ну и, конечно, я думаю, все-таки нам надо призывников опять-таки поднимать. Потому что просто нашими ресурсами, именно небольшими, мы не справимся. Давайте немножечко подпризовем людей. Но опять-таки немножко, не будем слишком много призывать, потому что наша экономика не справится. Сейчас у нас минус, на самом деле сейчас будет плюс. Мы просто плантации достраиваем. Вот. Но все равно экономика у нас не слишком веселая. Так, немножко грустит иногда. Ой, национальное превосходство они, смотрите-ка, не хотят. Если я сделаю вот так, вы успокоитесь. Они... Слушайте, есть шанс, что успокоятся. Нет, не успокоятся. Ладно. Правительства нету, так нету. А мы давайте тогда сделаем себе правительство вот такое вот. И профессиональную армию. Уже как бы, блин, ну пора. Да, заодно забустит вооруженную силу и даст нам баф. Приятный. Итак, сразу я начинаю с высадок. Не сильно мне интересно тут ничего другого. Давайте еще здесь какие-то острова будем тоже высаживаться. Почему бы нет? Теперь, когда эти все есть, давайте закинем сюда немножко, да? Типа вот таким вот образом. Посмотрим, что там вообще к нам придет. Ну и... Да. Здесь, кстати говоря, видите, начали уже красить наши ребята, а здесь начали красить тоже наши ребята. Я делаю выставку сюда, делаю выставку сюда и делаю выставку вот сюда. Я думаю, мы должны быстрее набрать варскор, чем они. И самое смешное, что тебе реально надо ждать еще 2 месяца примерно, чтобы люди высадились, чтобы готовились к выставке. То есть, типа, все это время они не могут готовиться. Они не знают, что начнется война. Ну да, согласен. Ничего же об этом не говорит. Никакие все вот конфликты ничего не говорят. Кто бы мог предположить, что начнется война и надо высаживаться. Ну, нормально, красим мы здесь. Закрашиваем мы им спину. Фронт этот не объединится. Так что все у нас, в принципе, окей. Можно даже вот это отправить куда-нибудь вот сюда. И да, думаю, будет нормально. Просто посмотрите на этот ад. Я просто не знаю, что это, как это еще назвать. Просто здесь было, ну, 10 фронтов, хотя, ну, граница одна, да? И, как я и сказал, вот здесь вот мы сейчас британцев затроллим, просто потихоньку у них убив фронт сзади. А они все продолжают бомбить в нашу марионетку. Марионетки в этом плане на самом деле очень удобны, если вы понимаете, как пользоваться их фронтами. Итак, тут видите, еще один мем сейчас произойдет. Они вот отсюда войска сюда убрали, а какие-то вообще, видимо, домой телепортировались или что. Мы сейчас этот фронт просто уничтожим вот таким вот образом. Просто шикарно. Просто я не знаю, насколько это вообще идиотская система, что вот так вот происходит. У тебя войска телепортируются, здесь 20 фронтов. В одном Эквадоре, здесь войска туда-сюда телепортируются. Как бы исчезают, когда внезапно их с другой стороны выгоняют. В общем-то, ну, абсурд, абсурд и еще раз абсурд. А надо, кстати говоря, в Филиппины высадиться, вот об этом я немножко забыл. А, и здесь тоже у меня некоторые приколы, да. Но можно на это забивать в целом. А вот сюда надо высаживаться. Я еще не могу туда высадиться. Я не могу забрать себе Испанию. Ну, испанские эти колонии, не капитулируя саму Испанию. Знаете, что мы сделаем? Высадимся вот сюда. Потому что здесь испанцы не будут патрулировать. Испанцы могут патрулировать только вот здесь. И гарнизона Британии здесь не будет. А как только мы захватим этот
остров, у нас сразу же здесь появится еще один фронт. По крайней мере, в теории все должно быть именно так. Ну и будем еще здесь что-нибудь подвысаживаться, подзахватывать. И опять у нас ребята хотят национальное ополчение сохранить. Вы что, шутите? Вы же даже не настолько злые. Эх, профсоюзы, профсоюзы. Ну ладно. И мы, правда, здесь высадились, но вот этот чел решил здесь почилить, а не сражаться. И я могу его понять, на самом деле. Но давай-ка ты все-таки попробуешь высадиться куда-нибудь. Например, вот сюда. А ты параллельно с этим вот сюда. С каким-нибудь классным челом, типа вот этого, допустим. Классным я только по количеству нажал, возможно, у него ужасные перки, и он провалится. Но, тем не менее. Как минимум, Британия должна выходить из войны потихоньку. Потому что мы ее, ну, здесь закрасили цель войны. Здесь потихоньку сейчас будем красить. А здесь, я чувствую, мы вряд ли сможем пробиться нормально. Ну, допустим. Хотя сейчас придут еще вон там армии. Сможем. О, они здесь не атакуют, кстати говоря. Любопытный факт. А, нет, ты давай добейся здесь сначала всего. Захвати. А сюда кто? Тут британцы? Нет, здесь только испанцы. Нет, ладно. Это нам окей. Здесь эта высадка неудачная. Туда они мгновенно ушли. Блин, ну здесь видите, у них в штабе все сидят. Испанцы ниоткуда не, ну, никуда не выходят. И получается, я сюда прихожу, и у меня здесь сразу... Давайте защиту только. И меня здесь сразу встречает вся армия Испании. Но! Но! Если мы сейчас высадимся, сможем где-то еще раз. Видите, кстати говоря, вот эти 42 тысячи, они на самом деле уже здесь. То есть мы можем попробовать еще раз высадиться. И вот этот раз оно может получиться уже нормально, в теории. Потому что часть армии будет отвлечена уже вот здесь вот. Опять-таки, если нас здесь не пробьют. Высаживаться в Испанию, когда у которой один штаб, вся Испания, очень сложно. И ситуация здесь немножко интересная. У нас равные счета. Британцы высадились мне вот сюда прямо. На лицо, так сказать. Я этого не заметил. Главное, чтобы они вот это не забрали. Я думаю, мы вполне себе сможем выйти на то, чтобы Британия капитулировала первая. Но, скорее всего, Филиппины мы не сможем забрать, потому что, блядь, на них нельзя высадиться. Нужно капитулировать Испанию, чтобы забрать Филиппины. А сюда высадиться будет, ну, очень сложно. И вот это оно. Снабжения нету, часто челов стоит, отдыхает, и без битв нам дают территорию. Здесь пришли новые, у них снабжение пока еще есть. Но в целом, я чувствую, мы сейчас их отсюда выбьем. Мы чуть-чуть впереди, так что они в теории камбэкнут, точнее, это, сдадутся быстрее. Нам нужно только выбить их вот отсюда. В принципе, и все станет сразу окей. И вот оно, британцы практически полностью выгнаны с американского континента. Ладно, с американских штатов всего лишь. И надо сразу думать, знаете что? Правильно. Что, блядь, делать с Испанией? Вопрос, так сказать, открыт остается, потому что как только с Британией я замирюсь, у меня казус белли сменится. И все. И на этом закончится это уменьшение варскора здесь. Начнется уменьшение варскора здесь вот из-за военных целей. Так что нужно сразу, я думаю, как-то вот планировать что-то. Я думаю, сделаем вот так, пускай эти первыми вступят в бой. А потом надо параллельно еще вот этим куда-то вторгаться. Здесь же мы их добиваем. Да, у них здесь нет снабжения. Здесь они не успеют получить снабжение. Потому что я перестал рейдить сейчас. И мы их спокойно добьем. Ну да, так и есть. Так и происходит. Хотя, видите, кто-то уже успевает снабжение получать. Вон там парни вообще со снабжением снова. Хотя они в окружении. Ну, эта игра не знает, что такое окружение. Да. Так что чилим. Британия сейчас в любом случае капнет, территория вернутся. Здесь сражение неудачное, здесь поудачней получилось. И можно сразу повторять опять-таки сюда вторжение. Будем сейчас пробовать как-то добить Испанию, чтобы она нам дала Филиппину, но я уже подозреваю, что мы не сможем. А деньги, кстати говоря, улетают, потому что я мобилизовался, я так полагаю. А нет, у нас инвестфонд закончился, окей. И Британия, да, сдалась. И теперь... Слушайте, пока что нету, но я подозреваю, что скоро появится у нас здесь инфраскор. Сюда бежит вся наша армия, плывет, едет, все, что может, так сказать, как можно она передвигаться, так она передвигается. И в целом, вражеские войска сюда тоже передвигаются. Мы здесь уже сразу без морали приедем.
Ну, я чувствую, что нас отсюда выбьет. А, нет, идет минус варскор, да? 93.5? Да, идет. Все, как я и говорил, нас сейчас заставят капнуть. Ну, Филиппина было бы приятным дополнением. Они были бы к нашему захвату вот здесь вот территории, но не повезло, не фартануло. Здесь, конечно, кстати говоря, высадка успешная произошла, но уже сотка. Да, уже сотка. Ну что ж, мы очередной раз заканчиваем с диким минусом в бюджете. Дыры просто мы залатываем орудиями, я думаю. Сооружение у нас теперь намного меньше будет. Но сейчас мы опять, у нас инвестпул увеличится, достроим снова. Но я думаю, уже начинает очевидным становиться то, что наша экономика просто отвратительна по сравнению с экономиками, когда вы нормально развиваете законы, да? Так что, ну, думаю, это уже не вопрос, что лучше, вот это вот, или идти в мультикультурализм, идти вот все эти вещи прекрасные и не душиться вот так вот с населением. У нас как бы и лоялистов нифига нету. Радикалов дофига, уровень жизни низкий, экономика не так растет. Конечно, экономика еще растет хуже из-за того, что мы воюем дофига. Но в целом у нас достаточно хорошие технологии, как бы, и с этими технологиями экономика могла бы быть и получше. Так что да, мы, честно говоря, чувствуем себя не очень. Вот. Ну, не знаю, я думаю, возможно, мы еще продолжим. Можем еще немножко Южную Америку позахватывать. Сильно больших ожиданий на эту партию не ставлю все еще. Потому что, ну, как я и сказал, мы не очень развиваемся хорошо. Возможно, что-то еще сюда дозахватим. Я думаю, еще пару серий. Так что пишите, что вы хотели бы увидеть в этих еще примерно двух сериях, наверное. А с вами Red Bull Top Game. Подписывайтесь обязательно на канал, если еще вдруг не подписаны. В группу Дискорда вступайте, ссылочка на нее есть в описании. И, конечно же, лайк и комментарий. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.